Ну, однозначно, мое мнение, все-таки показывать детям фильмы, где там насилие, убийства, ужасы и так далее, ну, не стоит. Я думаю, это не только я такого мнения придерживаюсь. А, но, к сожалению, сейчас все это есть везде. А показывать фильмы, где все-таки говорится и о дружбе, о любви, ну, такие извечные темы, но они действительно делают и наших детей, и нас как-то ярче, интереснее, богаче. И мы другими совсем вырастаем. Поэтому вот там, где наполнено добром, в общем смысле этого слова, вот эти фильмы стоит смотреть и показывать детям.